Наверное, ты свободен. Знаешь, из тебя вышел отличный солдат-адвокат. Неправда, таких не бывает. Хочешь, я больше не буду поднимать эту тему? Пожалуй. Лучик, вызываю тебя на дуэль. Ты настроила моих ребят против меня? И отпустила моего создателя на свободу? И, возможно, украла все боеприпасы у Мишки-обнимашки. Это мы сейчас проверим. Это правда, я не вру. Отбой, Мишка-обнимашка. Остынь, я приготовила для тебя сюрприз. Надеюсь, это патроны для Мишки. А вот и нет.